Любовь не знает границ. Международная благотворительная ярмарка под таким названием прошла в посольстве Казахстана в Китае. Ее организаторы, Министерство иностранных дел КНР, практикуют подобные акции с 2009 года. Кому помогут меценаты на этот раз, расскажут мои коллеги. В церемонии открытия ярмарки приняли участие дипломатические представительства более 90 стран и международных организаций. На мероприятии также присутствовали посол РК и КНР Нурлан Ермекбаев, казахстанские дипломаты и представители национальных компаний. Мясо козы хорошо продается, вот как видите. Мы очень рады, что участвуем в этой ярмарке. В прошлом году деньги, вырученные от продаж, были направлены на реализацию проекта по обеспечению доступа к питьевой воде жителей беднейших горных селений южно-китайской провинции Юннань. А в этом году благотворительные средства будут перечислены на нужды детей с сердечными заболеваниями, проживающих в горных районах Китая. И в этот раз казахстанское посольство, казахстанские представительства также полностью за свой счет, за счет сотрудников собрали различные экспонаты, сувениры, продукты, национальные блюда, напитки и организовали специальный стенд, казахстанский стенд, который пользуется большой популярностью. Как вы видите, здесь очень много людей. На ярмарке были представлены товары, национальные сувениры и подделки мастеров. Министр иностранных дел Ван И с супругой в сопровождении представителей дипкорпусов разных стран обошли все стенды. Благотворительная ярмарка «Любовь не знает границ» впервые прошла в 2009 году. Нурбек Бекен, Жан Суй.